4 апреля. Высокомерие. Раньше, если со мной кто-то не соглашался, мне нужно было спорить до тех пор, пока человек не изменит свое мнение и не увидит истину. Мою истину, конечно. Поскольку я всегда была права, мне нужно было, чтобы собеседник тоже признал это как факт. А если он это не делал, я либо абсолютно с ним не считалась, либо смотрела на него с презрением. Моя гордыня и высокомерие приводили к тому, что я злилась на весь мир, и мне не нравилось большинство людей. Я была жалочным и несчастным человеком. Такое состояние ума не оставляло места для умиротворения и душевного покоя. Потом я встретила наркомана, который производил впечатление покладистого человека, что подпитывало мое эго и гордыню. Я влюбилась, и через 6 месяцев мы поженились. Это и привело меня, в конце концов, в Наранон. В Нараноне мне посоветовали не концентрировать свое внимание на других, а сосредоточиться на себе. Проводя моральную инвентаризацию себя по 4-му шагу, я поделилась с наставницей своей потребностью всегда быть правой. Она поинтересовалась, почему это для меня так важно, и предположила, что мне необходимо одобрение других, чтобы ценить себя. Наставница напомнила мне молитву о душевном покое и о том, кого я могу изменить. Я прислушалась к ее словам только потому, что была очень несчастна. Стараясь избавиться от потребности быть всегда правой, отпустив ее, я прежде всего перестала спорить. К моему удивлению, когда я перестала спорить, произошли перемены и во многом другом. Чем меньше я конфликтовала, тем я реже испытывала злость и раздражение по отношению к другим. Поразительно, но я даже могла хорошо себя чувствовать, когда не все думали так же, как я. И, наконец, в большинстве случаев я стала способна соглашаться с мнением других людей. Размышления на сегодня. Меняться непросто. И я меняюсь не быстро. Мне следует вырабатывать навык новых способов мышления и поведения. Если я этого не делаю, то чувствую, что скатываюсь назад к своим прежним привычкам. Когда я практикую новые способы мышления и поведения, случаются неожиданные вещи. Цитата. Когда обнаружат центр Вселенной, многие люди будут разочарованы, что это не они. Бернард Бейли.